Итак, остается один предмет. Это 100% бравлер. Чего? Это Макс, это быть не может. Я должен был купить ему Макс на аккаунт за 350 гемасов. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс! И прямо сейчас я нахожусь на аккаунте победителя, которому я должен задонатить 350 гемов на бесплатного бравлера Макс. Но посмотрите, 350 гемов стоит 1500 рублей, а вот этот набор 150 гемов, 1700 золота и 4 мега ящика стоит 600 рублей. И, кстати, мои подписчики в комментариях пишут, если прямо сейчас за 3 секунды поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то тебе выпадет лего. Давай проверим. Раз, два, три. Но если я его куплю, появится еще один набор, и это будет просто нереально крутой подгон для этого подписчика. Итак, выпадают просто гемчики, выпадают ничего серьезного. Золото, Коль, Динамайк, Нита, Роза, Пока, билеты. Пока что сыпется, ничего не высыпалось. Ничего не сыпется, открываем ящики. 4, ребята, мега ящика. Итак, это последний, снова 5 предметов. Ну, нифига не высыпается. Не знаю, ну даже не высыпется, не страшно. Я просто куплю ему Макс. Посмотрите, 1150 рублей, 400 гемасиков, 5100 золота и еще 3 мега ящика. Итого, я вместо того, чтобы купить ему просто 350 гемов, покупаю ему 550 гемов. Где-то 7000 золота. Так, вот, 5100. И начинаем открывать мегаящики. Может быть, что... Серьезно, 6 предметов! 6 предметов, получается, помимо Макс, я получу ему еще какого-то бравлера. Блин, офигеть! 2 предмета. Итак, остается один предмет. Это 100% бравлер... Чего? Это Макс, это быть не может! Я должен был купить ему Макс на аккаунт за 350 гемасов. Ну мне просто он выпадает, вернее, она выпадает, Макс, эта девочка, это просто жесть, она стреляет из скоростного бластера. Я не могу поверить, я ему должен просто задонатить 350 гемов, и он должен был получить Макс, но он Макс уже получает, и 550 гемасиков остается на аккаунте, плюс примерно 7000 голды. Кучу очков усилений. Ребят, серьезно, за это нужно поставить лайк. Нужно, чтобы каждый из вас влепил лайкусик. И если вы хотите такие дальше конкурсы, не пропускайте. Нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить, чтобы все уведомления вам приходили, и ставить лайки под видосы. Это лучшая мотивация для меня. Так, а в этом сундуке ничего нет. Блин, ну я все равно доволен. Макс уже есть на аккаунте. Офигеть, Макс уже появилась на аккаунте. Это круто. Значит, я этому подписчику, помимо Макс, еще и куплю Лего. То есть это Макс бесплатно плюс бесплатная Лего. Блин, этого быть не может. Этого просто не может быть. Итак, вот 8700 голды. 590 гемов. Вы посмотрите, смотрите, 2... легендарных бравлера. Я не знаю, ворон или сэнди. Нужно еще двойные жетоны купить тоже, наверное, потому что, ну, пригодятся ему. Нет, я покупаю ворона, пофиг, серьезно. 16 часов, ворон на аккаунте подписчика плюс первая лего. Это просто жесть, это просто жесть. У него теперь есть и Макс, и Ворон. Просто за одну акцию, ребята. Это просто что-то с чем-то. Посмотрите, есть Ворон, и вот он, Вороненок. Это, блин, я уже заговариваюсь. Макс, Ворон, блин, это правда круто. Серьезно, это нереально круто. Вот так, что повезло, я не думал, что случится. И остается еще 240 гемасиков, 241 гем. Я думаю, что нужно их спустить на большие ящики. А вдруг мы что-то еще выбьем? Серьезно, я сделал то, что обещал. На аккаунте появилась Макс. Появилась? Значит, я условия выполнил. Я больше выполнил. Еще появилась Лего на аккаунте. Поэтому я доначу на большие ящики. Пофиг, серьезно. Если даже не выбью, я не расстроен. Я надеюсь, подписчику понравится такой бонус. Вот напишите в комментарии, вам бы понравилось вот такой вот донатик просто на халявку. Фух, вот это жесть, вот это круто. Блин, слушайте, я сам от себя не ожидал. Так, нужно забрать, наверное, двойные жетоны, понадобится. 1400 жетонов на дороге не валяются. Еще остается у нас 142 гема, я пооткрываю еще большие ящики, понимаете?
вдруг какой-то бравлер там еще заваляется, получится выбить. Ну, я не знаю, я не уверен, мне и так хорошо. Мы с вами выбили мифика, мы купили ворона. То есть мы донатили вообще-то на... мы донатили на Макса, но выбили Макса и, получается, купили еще бесплатно ворона. Это круто, друзья, это офигенно круто. И последний ящик, пускай останется у него пару гемасиков, на всякий случай, но это вот последний ящик, что выпадает, и... Билеты, еще и золото, это офигенно круто. Ну что ж, друзья, это второй аккаунт, аккаунт Евгения, сюда мы сейчас тоже задонатим 350 гемасиков, но то, что случилось на аккаунте Дамира, это просто жесть. Я обещал задонить 350 гемасиков и купить нового бравлера Макс, но так вышло, что я открыл еще кучу ящиков, добавил золото на аккаунт, выбил Макс и купил, ребята, бесплатно ворона. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, следите за видосиками и не забывайте ставить лайки, это самая лучшая мотивация для меня, чтобы я и дальше делал вот такие подарки, сюрпризы для вас, для ваших аккаунтов. Ну все, заходим в магазин, посмотрим, что у него здесь есть. Итак, у него тоже есть за 600 рублей вот этот вот подарочек. Конечно, я мог просто сейчас купить, допустим, вот этот вот наборчик за 1500 рублей и получить 360 гемов, но я поступлю иначе. Я прямо сейчас закуплю набор за 600 рубасей, получу 150 гемов, 4 мега ящика, 1700 голды, после этого я куплю еще один набор и, возможно, что-то выпадет. Итак, пока что гемасики, золото, а теперь начинаются мега ящики. 5 предметов, здесь, по идее, ничего не выпало. Очки силы на Була, на Карла, Мортиса, кстати, у него есть Мортис, оказывается, неплохо. 1600 кубков, а уже есть Мортис. Итак, выпали гемасики, следующий ящик и снова 5 предметов. Пока что 5 предметов, но у нас 150 гемов на аккаунте уже есть. Получается, я доначу людям больше даже, чем обещал. Итак, еще один ящик, снова 5 предметов. Пока что ничего толком не выпадает. Выпадает на Була, на Пока, на Ниту. Ребят, серьезно, это такая жесть. Пока что вот эти вот бонусные всякие акции, это капец. Владелец переживает за свой аккаунт, поэтому он меня выбил с аккаунта, но все-таки я задонатил первую часть. Итак, кстати, какие у него бравлеры есть? У него есть Бия, у него есть Мортис, у него есть Фрэнк. Офигеть, подожди, самые редкие, больше всего, меньше всего трофеев. Нифига себе, Мортис, Фрэнк, Бия, это на аккаунте в 1600 кубков. Как вы это делаете, ребят? Серьезно. О, давайте откроем бесплатный ящик. Может, что-то выпадет? Нам ничего не выпало. Блин, какая жесть. Как чувакам так везет? Ладно, неважно. Я, получается, задонил ему 150 гемасиков, а теперь еще 400. Получается, я доначу на аккаунт не 350 гемов, как обещал, а доначу 550 гемов, плюс кучу мега ящиков и плюс кучу голды. 5100 голды, вы понимаете? Я сейчас ему куплю, во-первых, если не выпью сейчас нового бойца, куплю ему бойца, у него останутся еще и золото, у него остаются и всякие интересные штуки. Подожди, сколько было предметов? Я не посмотрел, стоп, что-то выбили, что ли? Так, остается два предмета, один и... да, мы убиваем ему еще и Пенни. Выбиваем третьего сверхредкого бойца. Офигеть! Это просто жесть. Кстати, пока что третий победитель мне еще не отписал. Да, ребята, это был розыгрыш, который недавно. Это розыгрыш было 3 человека по 350 гемов. Но так выходит, что я доначу больше, чем обещал. Так, в этом ящике у нас нет нового бравлера. Выпадают очки силы на Био, на Шелли. Так, у нас жетоны, события. Еще один мега ящик. Снова 5 предметов. Открываем Пока, давайте Була, Эль Прима, Пенни и билеты событий. И двойные жетоны. Блин, сколько же всего я понаоткрывал. Смотрите, 588 гемов. Я, конечно, мог бы купить сейчас ворона, но смотрите, я обещал, что куплю все-таки нового бойца Макс. Поэтому здесь я покупаю Макс, как и обещал. Может, человек и хотел бы себе ворона, но сорян. Так, я покупаю ему еще двойные жетоны, понадобятся для набивания очков. И, может быть, мы сейчас ему откроем, кстати, мега ящик за 60 гемасиков. Да, кстати, здесь еще один бравлер. Посмотрите, выпадает 6 предметов. Да боже мой, что за фигня? Почему мне так не везло на моих аккаунтах? Так, выпадает на Пока, на Барли, на Кольтика, на Джесси. И выпадает Биби. Еще и эпический бравлер. Офигеть! Третий из 5. Я, получается, чувакам просто
так помог, нереально помог. Еще один сверхредкий боец за 80 гемасиков, давайте тоже ему возьмем. Это будет Дэрил, пускай у него еще и Дэрил будет на аккаунте. Ребята, это просто жесть. Еще остается 50 гемов, давайте купим еще, наверное. Ну, наверное, кстати, у него нет новогодних, новогодние скины есть. Давайте купим еще большой ящик. На всякий случай, вдруг что-то будет. 43 золота, выпадает силы на био, на Биби, Дэрил, и падает он еще двоитель жетонов. Итого у него 2400 жетонов, остается 29 гемасиков, 23 билета и 8800 голды на аккаунте. Смотрите, что у нас новые бойцы. Макс, дальше, Биби, кстати, вот этим он даже не играл еще, Дэрил, Пенни, я просто в шоке. Посмотрите, сколько у него бойцов, кстати, многими он даже не заходил, не играл. Блин, это круто, ребят. Надеюсь, вам понравилась такая серия. Это чисто спонтанно, потому что я не ожидал, что будет вот так вот. Я думал, просто я куплю сейчас по одному бравлеру, задоначу и все, как бы выйду с аккаунта. Если, конечно, мне сейчас ответит еще и третий человек, я и третьему задоначу на видосик, но не знаю, как скоро это случится. На этом я видео заканчиваю, друзья. Не забывайте подписываться, колокольчики прожимать, чтобы вам приходило уведомление, потому что если вы просто подписались и не нажали на колокольчик, уведомление вам не придет. Нужно нажимать колокольчик, нажимать, выбирать все, получать уведомления, ставить лайки под видосики. И все, друзья. И тогда будет все круто, выпадут вам бравлеры, либо я вам задоначу вот в таких вот акциях. На этом заканчиваю видос. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!